Ну что, ребята, приветствую. Мы продолжаем проходить метро 2033 Редукс. И прошлая серия была очень интересная, да, и такая довольно-таки... Ну, по сюжету довольно-таки интересная. Какие-то новые монстры, каких-то новых монстров увидели. Вот. Поэтому посмотри прошлую серию. Если не видел, да, прошлые серии, в принципе, то в описании прямо спустить, посмотри с первой серии, там плейлист, если прям первый, вот, ссылочка, там идет плейлист, да, вот, с полным прохождением данной игры, да, то есть посмотри его очень обязательно. Потому что погрузить в эту атмосферу классную. Вот, ну и там подсказочка тоже есть в правом верхнем углу. Подсказка на прошлую серию и на плейлист. Собственно, вот, блять, микрофон, ты шо, блядь, ты шо нахуй? Вот, поэтому сразу поудобнее, надевайте пледик, приготовьте покушать, прямо аппетиту кушать уже, да? Прямо чипите кофе или пить воды, прямо просмотр, сразу поудобнее, обязательно прямо просмотр. А мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Ну шо, мы здесь с вами остановились. Поехали, Марзот, лови. Пах, пах, пах. Пах, нахуй. Шо, пососал бибу, да? Бля, бля, жалко, надо их побольше закупать, короче, ребят. Гранатки эти, они вот против вот этих библиотекарей очень хорошо работают. Но это обязательно, это, ребят, 100% найдет. На превью. Бля, ну вот. Как там? Как-то, короче. Ну пусть будет, давай. Как-то вот так вот и... Как-то вот... Вот так вот пусть будет, ладно. Блять! Блять! Игра! Нашел, нашел, мужик, все, 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 одевай, 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 нахуй. Все, заебись, блять. Так, ну мы с вами должны найти карту сами, да, то есть в прошлой серии, посмотрите, наверное, будет интересно. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Их двое, да, то есть... Да, блядь, что ты делаешь? Так, фильтр мы нашли с вами. О, блядь. Нормально проскочили, ребят. Да выбирайся, ёбаный! А, можно было просто... Ладно, допустим.
надо, мразь, блять. Да нахуй, ебаная, блядь. Давай, давай, давай. На, ёпта. На, блядь. Чё, блядь? Не держишь на ногах, да, себя, блядь? Эй, я здесь. Ты, блядь, мразь ебаная, я здесь. Не держит себя в руках, прикиньте. Ты хуйня стекает, блядь. Я смогу или не смогу? Смог. Перепрыгнуть туда. Бля, там, скорее всего, внизу есть какой-то лут, ребят, но тут тоже есть. Опа-на, вот это нам. Опа-на, а вот это очень хорошо. Бля, фильтр нам бы найти, конечно, с вами было бы. Было бы неплохо найти фильтры всякие. Фильтра так и не нашел. Он внизу, скорее всего, бля, я уверен в этом прям. На все 100% нам какая-то мразь еще. У нас минут, в принципе. А куда нам дальше-то, ёпта? В чем прикол, блядь? А, ну вот так, наверное, да? Да, наверное, вот сюда нам нужно с тобой. О, Мари, мразот, видишь, бегает. Мари. Вот так вот, ёпта, все решается нахуй. Ну там внизу, я уверен, есть лут, ну блядь. Так, подожди, а он там выше ничего? Можешь сказать, нету? Ну, там мы забрали. Нам, собственно, туда дальше. Ну, погнали туда еще. Чуть было, блядь. Сосал, да, блядь? Бля, нам еще. О, добрый день, блядь. Факт, если фонарик не светить, можно пройти так по стелсу, ребят. Ну, это прям серьезно вам говорю. Думаю, если вот так сделать, то можно пройти по стелсу. Бля, так не хочу туда сейчас спускаться. Да, хотя поймем, куда нам с тобой идти-то. Точно не туда. Вон туда, скорее всего, нам с тобой идти.
Тихо. Нам по-хорошему пройти. Все поставил самолет, фонарик не светишь. Им похуй. Все остался, видите, прохожу. Не обязательно с ними стреляться. Очень аккуратно, ребята, идем. Очень аккуратно. Действуем с вами. Я даже найду ключик, скорее всего, вот у там вот у этого лежит, скорее всего. Шумит охуенно. Охуенно. Чё, нет нигде, да? D6, вот оно. Сейчас обратно идти. Какой другой выход, блядь? Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависело судьба моей станции. На Спарту называется глава. Давай. Бан, ёпта. Это мы сделаем. Скриншотик на всякий случай, чтобы... Уедем, Кенатуалет. Отброшу за 50 патронов. Артём,
У тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Конечно, нашел. Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артем, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся. Вот так вот, ребят. Первый и единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база Спарты. Иди смотри. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. О, оглянуться давай. Я сам радистом раньше был. И после войны, ну, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот. Мужик, а ты случайно этим не работал? Таксистом, блядь. Кого-то работал. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Ну вот это как будто хуйня полная, да, ребята? Фильтров нам стоп. Ебать, смотри, что тут здесь есть. Как с добрым утром. Говорю, он таксиста работал 100%. Держите, ребят. Одну заметку, мы вторую нашли заметку. Здесь еще одна должна быть. Смысла не имеет. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Привет, Артем! Ну и деньги были. Здорово. Так, ну тут у нас что? Так, здесь мы запомнили, хорошо. Шин наверх, сходим. Ебать. Куда стрёмненько чуть-чуть, да? Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Угу. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Не-не, пока нет. Пора собираться в дорогу, Артём. И познакомься с Владимиром. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Ну да. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Давай. То есть, видите, поговорили. Интересно. Так, здесь что? Держите, ребят. На паузу поставится, да, кому интересно почитать. Просто говорю, не знаю, есть смысл читать, нет смысла читать, типа, такие длинные, да, то есть, заметки. То есть я не против, но не знаю, есть смысл, нет смысла читать это, потому что не затягивать, не растягивать эту самую. Упражняюсь тут, как видишь. Чтобы не затягивать серию, грубо говоря. Так, ну давай. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Так.
Это у нас стоит уже. Лцу. Знал бы ты, как за это приходится платить. Кровью. Блядь. Вот, велопал. Револьверный дробовик, собранный из обычного велосипеда и отрезков водопроводной трубы при помощи мотка такой-то материи. Неожиданно эффективен в ближнем бою. Ну, понятно. О, вот это нам очень нужно. Рельс. Рельс ускоритель разгоняет снаряд до огромной скорости, но требует времени на зарядку конденсатора. При неполном заряде падает убойная сила. Миниган типа чешо. Абзац. Это картечный крупнокалиберный пулемет, смертельно опасен на ближайшей дистанции. Он тратит много патронов. Использование глушителя с ним невозможно. Блин, ну я бы это, конечно, взял вместо дробовичка. Калаш 212. На момент начала был и наиболее современным из состоящих на вооружении автомата. Благодаря высочайшим боевым качествам очень ценится в метро. Вот это бы я, конечно, взял, мужик, у тебя. А, он тебе тут бесплатно чешу? Ну, вот это мне, конечно, прям вообще не, ну, навряд ли нужно. Глушитель. Гасит пламя, значительно снижает шум выстрела. Несколько повышает кучность, снижает скорость пули, из-за чего убойная сила на расстоянии падает. Нет, это мне не нужно сюда. Бля, ну есть ли смысл? Да, попробуем. Вкусно, да, попробуем. Бля, не, прицел 100% не нужен, брат. Личная батарея. Конденсаторный повышен. Да, посчитаем сначала. Личная батарея. Значительно увеличивает запас энергии рельсы. Позволяет дольше вести огонь, не отвлекаясь на подзарядку. Конденсатор повышенной емкости. Снижает время накопления. Время накопления заряда для выстрела. Снижает время накопления заряда для выстрела, позволяет тем самым стрелять с максимальной мощностью значительно чаще. Ну, блять, хуй знает. Можно и вот это поставить, и вот это. Ну что выгоднее? Вообще выгоднее, конечно, если типа именно как дробаш его использовать, конечно, увеличенная батарея, но с другой стороны, здесь прям у нас урон будет жесткий. Очень жесткий урон будет. Но он будет, конечно же, и заряжаться. Давай батарею все-таки. Батарея будет, нам будет выгоднее. Ну, ЛЦУ, блядь, нужно, не нужно, наверное, нет. Не, это здесь сюда не нужно вообще. У меня так и стоит. Бедра. Да, поставим, ладно. Что это за упая хуй знает, что это, блядь? Это пока, видите, у нас под запретом. То есть у нас есть вэринг. Вот этот, вот этот, вот это. Блин, можно было это, конечно, взять вообще. Как нехуй. Вместо, конечно, револьверчика. Можно взять вот это, вообще вот это, блядь. Но пока не будем, ладно, давайте пока не будем. Я думаю, с этим мы справимся, в принципе. Видите, замена пришла, замена, видите, прям бесплатно даже. Интересно даже, спасибо. Спасибо, Игорь, что бесплатно все. Ты готов? Да. Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Мы заспавнились. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Пошли, чё. Проходи, проходи. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Да, надеюсь, еще свидимся. Бесплатно оружие, прикинь, выдали другое. Интересно. Ну просто этим уже, да, как-то тяжело чуть ходить, не спорю.
Давайте, мужики, сведемся еще. Это подвалы старого храма. Давай забирай. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Глава 6, D6. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что с тобой, мужик? Опять часа увидим этого чужого, не чужого, кто он там. Кто был? Что за девушка? Иди вперед. Очнись, Артём. Очнись. Продолжай. Артём! Артём! Интересно, что было бы, если мы туда пошли? Интересно. Ай. Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Да, блядь, вот именно. Все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Говори, блядь. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Огнемёт? Знаю, что не может у нас быть всё так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей. Упыри. Глянь сюда. Сначала мы должны соединить. Ребят, напишите провода, в этих. А потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Напишите в комментариях, что это за девушка была. Понимаете, типа его девушка или что? Что-то к нам приближается. Забей. Упыри. Огонь! Блять, нихуя. Давай еще.
все рядом! Вот ты! Давай! Или мы все трупы! Получилось! Готово! Ворота открываются! Давай, давай! Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны быть... Что? Черт, темно, как у негра дома. Ладно, давай посмотрим, что там. Давай посмотрим. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое? Перекурчик объявим. Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела. Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Мы на брелке. Ульма, хватит балаголить. Вернемся домой, будем зубной щеткой сортир очистить. Да, товарищ генерал-ресурс, так точно! Блин, здесь жутковато, если честно сказать вам. Очень жутковато. А вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощёлкай выключателями. Чтобы их найти, знаешь. Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Не то нажимаю, ребят. Артём, осмотри комнату, живо. Как скажешь, босс. Подожди, блядь. Здесь должен быть лут. Лут. Ну, видишь, они мне выдали все бесплатно. А даже там, где мы были, блядь, там все вот платно давали, блядь. За вот эти вот патроны с золотом, блядь. Охуенно, да, блядь? Просто дали новое оружие бесплатно. То есть все бесплатно дали. Обвес дали бесплатно. Уважение, ребята, уважение вам. Опа, калаш. Мне здесь надо что-то смотреть. То никак не заберусь, если честно. Вам так сказать просто, да? То это не заберусь никак. Я никак-то не заберусь, блядь.
Может, здесь получится, типа. Не-не, хуйня полная. Но я думаю, нам вон туда нужно, да? Он не хочет туда забираться сейчас. Нет, туда нам нельзя, ребята. Туда нам с вами нельзя. Здесь тоже ничего такого нет. Здесь нихуя, грубо говоря. А что делать-то, блядь? Вы, может, мне скажете? Смотрите комнату. Только одна комната, там ничего нету, блядь. А, может, там, блядь. Ладно. Извините, нам вот сюда. Там, скорее всего, блядь, вот туда, мне кажется. Бля, мужики, может, меня тут подсадят, нет? Или вам вообще похуй? Или вам вообще поебать на это? Ну, в целом так. А, ну я сквозь нее прохожу. Нам не туда даже, блядь. Куда нам, ёбаный? Это все прозрачно, блядь. Что делать-то, блядь? Объясни, блядь. Вот здесь что-то смотреть нужно или что? Артём, прекрати огонь. Это бесполезно. А, то есть сейчас ты захотел с ним заговорить, да? То есть объяснить, что делать нет, а вот... Угу. Такая еще музыка, знаете, из хоррора, блядь. Ай, блядь. Опа. Опа-на. А вот, что-то нашел. Ну, кстати, там такая же установка, да? Не, ну это, для чего-то это нужно было. Ну, я навряд ли, знаете, нам вот сюда нужно, типа. Мне так кажется, навряд ли. А, вон, смотрите, тоже что-то. Как туда, блять? Вот как туда забраться мне? Видите, тут везде есть вот эти темы. Как туда забраться, непонятно. Двигать на это ничего не хочет. Это тоже ничего не двигается. Видите, вон он, видите? То есть мне что-то нужно принести, да? Ну, грубо говоря. Я не пойму, блядь. Подожди, либо я тупой, или, блядь, либо игра, блядь. Что-то уебывается немножечко. Будто бы, да? Но здесь вот бочки стоят, это я вижу. На них разобраться никак не смогу вообще. Нет, не смогу. Хорошо, это был первый последний раз, хорошо. Надеюсь на это, знаете, надеюсь, блядь, на это. Он прям здесь стоял, я тут прыгал, вон туда аж. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А темно и Б страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Не выражение. Это сама субстанция.
и я в нем вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Заметка 1. Пещера. Все идет как по маслу. Ульман валяет дурака, мельник привычно угрожает ему нарядами вне очереди. До цели остается совсем немного, и теперь нас уже ничто не остановит. Мы выходим победителем из всех схваток. Прав был Хан, когда сказал, что на всей земле не было и не будет более опасного хищника, чем человек. Все спокойно. Что ж, мужики, вы сами, да? Хорошо, не буду. Товарищ полковник, не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток. Так будет виднее. Вон они. Сверху! О, как хорошо, смотри. Бамса. Грубо говоря, с одного выстрела. Да давай, давай же! По стакану самогона за каждого упыря! Если доберемся до самогона. Блин, всех преисподнюю. Еще один шутер. Смотри! Полная хуйня. Ебать! Да давай, давай же! Так, я собрался, все. По стакану самогона за каждого упыря! Если доберемся до самогона. Блин, всех преисподнюю. Еще один шум горохов. Ну пососёшь ты, блядь, дурак, что ли? Ну такая, знаете, около бесполезная тема. Ой, не там нахуй, блядь! Тварь ебаная, блядь! Блядь, тварь! А, все, блядь, я не туда пошел, просто извиняюсь. Сверху! Сверху!
Будь мужик, все хорошо. Степан, оставь его. Поздно. Нам пора. Пресс-эф, ребят. Ублюдки косорылые. Пресс-эф, нахуй. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Пресс-эф, блядь. Проклятые твари. Согласен, мужик. Впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Опа. Заметка 2. Пещера, если что, глава. Заметка 2. Я вроде бы не виноват в их смерти, и все же чувствую свою вину. Слишком рано радовался тому, как бескровно мы преодолели весь этот отрезок пути. Накликал беду, не смог отказаться в нужное время и в нужном месте, протянуть товарищу руку. Смог оказаться в нужное время и в нужном месте, протянуть товарищу руку, вытащить его из того света. Втянул этих отважных ребят в авантюру, которая стала для них последней. Наш отряд и без того маленький, поредел еще больше. Когда я смотрю на свои ладони в свете костра, мне кажется, что они перепачканы кровью. Блять, это жестко, слушай, это прям такая, знаете, прям заметочка довольно-таки, ну такая... Не то, что глубоко, она глубоко, но тяжеленькая довольно-таки. По смыслу, да, то есть. Ебать. Еще секундочку. Так, здесь у нас ничего нету. Как хорошо. Ну, это типа прикольная тема. Готово. Да, но... Открыто. Никак основа, знаете. Надеть противогазы. Пять минут целых. Ульман, проверь. Чего сразу, Ульман? Несправедливо. Все чисто, заходим. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. На оно, блядь. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули потиху. Слышь, вы? Чёрт, а вы не слышали нас снова? Ой, блядь! Бля, подожди, сконцентрируйся, блядь. Ой, там светятся глаза у этого хуйни, блядь. Блядь, все, в пизду у вас, блядь. Блядь. Сейчас, ребят. Проклятие, огонь! Все, я, блядь, я нахуй в моменте, блядь. Я абсолют, блядь! Да, Вита. Давай, тварь. На, ёпта! Засал? Блядь.
Я пососу сейчас, блядь. Ух ты, нихуя их тут, блядь, они дохуя ли их тут, блядь, а? Ребяточки, я вас спрашиваю, не дохуя ли их здесь? Даже я же абсолют, бля, точно, я же абсолют, бля! Пососал хуй, блядь. Нам нужно убираться отсюда. Вперед, вперед, не останавливаться! Какой кринг, конечно, блядь. Сейчас сок кто-то еще на минуту, бля, нихуя себе. То есть мы целых 4 минуты ебашим, нормально. Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Вот это, блядь? Или вот похоже это? Похоже на... Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что ты там делаешь? Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артём, смотри комнату, живо. Сейчас на захлопнуться проверяй. Прочитано, ебать, как нехуй. Артём, с тобой всё в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. Блядь, здесь твари эти будут. А ты тоже поищи выход. Удачи! Да-да, сейчас поищу, блядь. Поехали, блядь. О, скорпионы, блядь! Что это за хуйня, блядь? Поехали. Подожди. Поехали, блядь. Давай, давай, скорпиошка ебаная, блядь, я тебя выебу. А, блядь! Что за хуйня-то, блядь? Из пути надо хуя какого... И ты нахуй, блядь. А птичек ноль? Ну так, он на всякий случай говорю. Где там мразь ебаная, блядь? Давай, давай, давай. Бан, ёпта! А тебе похуй? Тебе похуй, да? Ну всё, блядь. Давай, хуйня, блядь, выходи. Ползут, ползут, ползут. Ты чекнули, что у меня? Так, на всякий случай говорю. Что, ладно, посмотрим, похуй. Что они мне, блядь, сделают? Нихуяшеньки. Скорпионы, что за хуйня, блядь, вообще? Скорпионы, вы же, блядь. Ладно. Ну, какой-то ключик нашли. По идее, нам нужно поискать с тобой, наверное, знаешь что? Этот сейф, мы давно его не открывали. Чё, мразоты, блядь, выходить? Блядь, нихуя себе. А, что, блядь? А, это спуск? Подожди. А сейва здесь не будет, хочешь сказать? Вот он, мой хорошенький, я так и знал, блядь. Туда его, блядь. Ну, не так, конечно, густо, как хотелось бы, но ладно. Мне вот нужна аптечка, опять проблема с аптечками у меня, блядь.
Охуенно. Сразу увидел. Покедал, блядь. Да, все. О, это пауки, блядь. Блядь, скорпионы ебучие, блядь. О, фу, блядь, это реально пауки, прикинь, блядь. О, блядь, фу, блядь. Ну это скорпионы какие-то, вот, блядь, смотри, тут хвост скорпиона же, блядь. Нет? А он все живой еще, блядь. Всему пропали, смотри, все пропали. Так, ну нам сюда хорошо, уже хорошо. Ты, блядь, дай аптечку мне, пожалуйста. Здесь нихуя, да? Бля, они сейчас здесь тоже будут, да. Прям сейчас здесь прям пизда будет, ребят. Их здесь прям очень сейчас много будет, я уверен в этом. Ну, смотри, сколько дыр. Видишь? Слава богу, блядь. Заметка 3. Я слышал байки о том, что первые метростриевцы не были первыми. Рыл в бурой московской земле ходы и убежища. Тайные ходы и галереи были устроены под городом еще при первых русских царях, но те мастера, которые строили эти катакомбы, натыкались на пещеры и лазы совсем уже древние, вырытые неизвестно кем и невесть когда. Ну, типа, хуй знает когда. Но их безымянные строители сгинули тысячелетия назад, оставив после себя только идущие из ниоткуда в никуда бесконечные коридоры. Из ниоткуда в никуда бесконечные коридоры. И вот сотни поколений спустя, теперь я, последний человек, ступаю осторожно по их следам в никуда из ниоткуда. Ну, блядь, конечно, стрёмненько, если честно. Ну, сказать тебе, блядь. Довольно стрёмно. Так, ну сюда, я думаю... Есть смысл сюда идти прям? Бля, ну вон там можно, видишь? Ну, а походим, посмотрим. Но здесь чисто, видишь... Бля, здесь ебать, смотри, сколько всего. Ну, я понял, сюда нет смысла было идти, просто обойти, хорошо. Угу. Все-таки Степана убили.
стёбу. Бля. Дьявол! Тише, такое. Тише. Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Не могу поменять-то, блядь. Что за... Поезд. Так, так, так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Все чисто. Другого а, пути тут нет. Почему так не что, могу вперед? Не могу поменять, а почему, блядь? А, ну типа. Ну ладно, человек. Следующая остановка — командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Давайте мы с вами на этом и закончим. Серия так длинная получилась. Если это финал, ребята, то финал будет в следующей серии. Спасибо за просмотр. Вот такая серийка была. Ставь лайк, подпишись на канал, тебе не сложно, неприятно, реально. Продвижение канала как минимум, да, чтобы все больше и больше было контента. Плюс для меня мотивация личная, знаете, и ваша поддержка, как минимум, да, мне так проявляется. Вот. Спасибо, кто это делает, реально огромное спасибо, это очень для меня ценно, правда. Вот, спасибо еще раз за просмотр, такая серия была. Увидимся в следующих сериях. Давайте.